взял на цепи. То есть бросить, все. Видишь, на нос ходит. Поэтому вы должны реагировать, да, сразу на первом. Вот, и у вас уже, то есть, это почти, вот уже вы, видите? И когда он вы уже вот здесь вот отведет и вот здесь вас поверит. То есть на первом движении. Я смотрите, первое движение сразу. Ушел, да? Отпустил тело. Ушел. И в эту сторону. Чтобы он не повесил. Если он мне пытается повесить той рукой, они на одном, в одной плоскости. Она не отвлекает, ничего не делает. Поэтому опять уходим. Я перекрываю его будущее в этом случае, да? Возможности там не придет. Когда сам работаю, вот. Потом я опять перекрываю будущее, видите? Я могу захватить его руку, могу просто вот так сделать. Как будто бы захватил. Раз. И все. Поэтому вот это вот все работа сознания. Потом, когда вы наработаете, вот просто будете. Человек. Если он правильно наработал, он мгновенно будет уходить и работать. Нож, говорят, опасное оружие, да? Но если вы умеете распределять свое сознание, да, то он вас поможет. Потому что нападающий тоже концентрируется на ноже. Если вы пытаетесь работать с ножом, вас зарежет. Если вы работаете с сознанием, которое управляет, то все будет нормально. Все, пробуй. Значит, один бросает, второй дойдет. А что? То есть тело, видишь, оно прошло, рука инерционная, видишь?